Вы смотрите канал «Улицы Москвы». В этом выпуске мы побываем на Челобитевском шоссе, что проходит среди микрорайона 1 Северного. Здесь Северная Слобода, таунхаусы, и чуть дальше строящаяся станция метро. Ну, туда метров 300, наверное, дальше. Станция метро «Поселок Северный» у нее проектное название. Ну, там мы бывали на бульваре Академика Ландау. Ну, а Челобитевское шоссе проходит несколько ближе к Московской кольцевой автомобильной дороге. Вот, туда у нас эстакада Дмитровского шоссе. А прямо мы будем двигаться в сторону Липкинского шоссе. Но, понятное дело, до туда не дойдем, потому что до туда как бы очень далеко. И Москва там скоро тоже заканчивается. Северный — это так называемый протуберанец. Район, выходящий за МКАД, но имеющий соединение с основной частью города Москвы. Здесь также усадьба располагается. Парк усадьба Архангельская Тюрикова. Ну и дома. А дома в первом микрорайоне Северного числятся по как раз вот Челобитевскому шоссе. Там есть еще летчика Спирина улица новая. Но это, по-видимому, бывший проектируемый проезд. А здесь вот еще один проектируемый проезд идет вправо. Ну, взглянем на микрорайончик и пойдем вот. Ну, странно было бы сюда в парк не заглянуть. Очень живописные места, мне такие нравятся. Островочек еще есть. Плюс к тому же. Можно туда вон зайти сейчас. Да, тут хоть картины рисуй. Такая дорожечка. А вот этот поселочек называется Северная Слобода. Из этих таунхаусов, или как их называют, коттеджи вот эти. Но у людей скоро будет метро в пешей доступности. Годика через полтора-два, может быть. Ну и чистый воздух здесь тоже надо отметить. Живописно. Весна, травка зеленеет.
распускают цепочки. Зачем сделали такой? Ну вот, будете в Северном, заходите сюда погулять. Очень приятное место.